Привет, друзья, с вами Варчик. Я вам расскажу, почему ST2 мне нравится больше всего среди премиумных ST 8 левела. Итак, погнали. Также мне еще очень нравится пилот. Для начала посмотрим такую вот сравнительную табличку на сайте Wargaming. Сравнивал я ST2, CDC, Moods, пилот, Patton Care. По этой таблице можно понять сразу, почему мне нравится ST2 и пилот больше всего. Потому что у них самая комфортная стрельба и самая лучшая вертлявость на месте. Башня тоже поворачивается быстрее всего. Таким образом, эти танки, 2, пилот и ST2, абсолютно мне не мешают в бою. Они всегда готовы делать то, что я хочу. Они позволяют мне творить красивые бои. Они всегда готовы развернуться быстро в любую сторону и ехать или встречать врагов. Также у них очень быстрое, точнее самое быстрое сведение среди всех этих танков. То есть я могу очень быстро начать вести огонь по врагам. Также ДПМ очень высокий. Он не сильно отличается у всех этих танков. Поэтому это в принципе плюс всех этих танчиков. Что касаемо точности, она просто средняя. А максимальная скорость на втором месте после CDC. Что касаемо других танков, они мне не нравятся по следующим причинам. CDC это очень огромный ватный сарай с очень кривой пушкой, поэтому он мне не нравится. Что касаемо Patton Care, раньше он мне очень нравился. Да и сейчас в принципе он хорош, но он все-таки помедленнее, чем пилот и ST2. А это не очень есть хорошо для активного геймплея. Что касаемо Муцу, он в принципе во всем хорош. Он лучше в плане брони, он очень динамичный, но опять же на месте он ворочается не так хорошо, а пушка не столь стабилизированная. Он в принципе нормальный, но чуточку не такой для меня интересный и приоритетный, как ST2 и пилот. Если их выстроить по тому, как они мне нравятся, на первое место я поставлю ST2, потом пилот, потом Patton Care и Moods, ну и в конце CDC. Я надеюсь, я вам объяснил, почему эти танки мне нравятся. Ну а вы делайте свой выбор сами, потому что у каждого свой геймплей и каждому нравится свой танчик. Ваш танк должен подходить под ваш стиль игры и не мешать вам исполнять тот геймплей, который вам нравится, а наоборот должен вам помогать. Я свой выбор сделал. В принципе, что вы можете сделать и вы. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.